Это видео вовсе не оперативная съемка, но и назвать ее капустником язык не повернется. Ведь в кадре на тот момент действующие чиновники, да еще и в декорациях, очень похожих на кабинеты оренбургского минлесхоза. Да так уверенно запускают руку в мешок с надписью «бюджет», что сам Станиславский воскликнул бы: «Верю». Пошли поиграем, бабки есть, позволяет бюджет. А это целый министр лесного хозяйства. Виктор Танких убедителен в роли самого себя. Указ губернатора, причем с пометкой «срочно». Сюжет захватывающий. Работники министерства выезжают на проверку по указу губернатора искать в лесу косматых чудовищ. Поиски сопровождаются обильными возлияниями и откровенными танцами. Когда ролик попал в сеть, об особенностях национальной охоты оренбургских чиновников сначала заговорил весь город, а за ним и вся страна. И это действительно слишком. Так решили все, кто успел его посмотреть. Возраст и положение этих артистов позволяют им претендовать только на премию Дарвина. В итоге мы отправились в Оренбург и стали первыми, кто нашел начинающих артистов и встретился с ними прямо в съемочных декорациях. Это все фильмы, которые снимались для поздравления женщин министерства. Это кусочек, который попал в ту компиляцию, которую выложили в Ютубе. Ну, не будем говорить грубые слова, нехорошие люди, так их назовем пока. Вот. И этот кусочек как раз попал, который снимался вот здесь. В том самом кусочке Тенгиз Эдуардович всего на несколько секунд перевоплотился в Тинуку Ахатшвили. Вроде бы и роль-то эпизодическая, но талант-то, как известно, не пропьешь, да и должность хорошему танцору не мешает. Теперь уже бывший начальник управления лесного хозяйства Тенгиз Лукашвили наконец-то решил объяснить задумку режиссера. Сценарий был в том, что приехали иностранные гости, которым были оказаны услуги по внутреннему туризму. Губернатор Юрий Берг креатив авторов не оценил и отправил в отставку министра и всех его танцующих замов. Я считаю, что мы сторона именно потерпевших, потому что украли у нас материал. Вот. Бывший начальник уверяет, снимали для внутреннего пользования исключительно в нерабочее время. Из бюджета не брали ни копейки. Но чего не сделаешь для милых дам. Да и кто не любит праздники? Я говорю честно, открыто, говорю только за себя. Я говорю, я просил у людей помощи. И люди, простые люди, не только юридические лица, физические лица, охотники, они с удовольствием шли и помогали нам. Потому что праздник был не для министерства. Этот праздник собирал простых людей. Михаил Григорьевич – простой охотовед. И какого только зверя не встречал в местных лесах. Это лось, медведь, кабан, ну, рысь встречается, куница есть. Из министерского ролика Куренков посмотрел пару самых ярких фрагментов, но начальство не осуждает, хотя и говорит, что сам бы в таком сниматься не стал. Ну, а чё, не знаю, я больно-то такие вещи не самые, как говорится, не слушаю, они мне как-то... Это личная жизнь. Тюльганское лесничество местные называют Оренбургской Швейцарией. День охотника здесь принято отмечать с размахом. Анатолий Гурский очень любит и эти живописные места, и эти интересные конкурсы. Он говорит, что тоже снимался в фильмах про веселые будни министерства, но в интернет-нарезку с блэкджеком, стриптизом и косматым чудовищем, к счастью, не попал. Тут могу пояснить только то, что коллектив у нас дружный, значит, и это все снималось для внутреннего использования, значит, и для праздников, как бы. Это не съемки очередного поздравления от оренбургских лицедеев, а самое настоящее оперативное видео. Правда, лицо героя такое знакомое. Похоже, Артем Никулин слишком вжился в роль коррупционера. По итогам судебного рассмотрения Никулин был признан виновным в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса России. Это злоупотребление должностными полномочиями. Также
был признан виновным в совершении хищения денежных средств. В Оренбургском Минлесхозе теперь за главного прокурор, пусть и бывший. Я не знаю, что здесь происходило. Вот, честно сказать, я этот ролик так мельком видел, мне это неинтересно. Хоть и видел, как говорит, мельком, но работу с коллективом уже провел. На 8 марта решили обойтись без стриптиза. Есть кодекс поведения государственного служащего. Он в любом органе исполнительной власти утвержден, принят. Есть закон о госслужбе. Там правила поведения государственного служащего четко прописаны. Поэтому напомнить никогда не лишнее.